Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня у нас свеженькое видео на тему игры в моментальную лотерею. Рассматриваем лотерею 3 семерочки. 50 рублей стоимость лотереи. Лотерея очень красочная, очень приятная. Защитное покрытие на высшем уровне. Внешний вид на высшем уровне. По правилам игры в лотерею 1 миллион здесь можно выиграть. Главный приз. Вытираем защитный слой, если по горизонтали совпало, соответственно, вот так, это 100 рублей, если так, это 50 рублей. По диагонали 3 символа совпали, это 50 тысяч рублей, по диагонали вот так 3 символа совпали, миллион. Все просто, по вертикали то же самое, такая же история. Друзья, 60% призовой фонд от выручки лотереи приходится у нас на призы. Минимум 50 рублей выигрыш, максимум 1 миллион. Купил 3 билетика по настоятельной просьбе игроков, я так понимаю, зрителей канала, друзья. Кто-то, конечно, просит, бери по 10 билетов, по 20 билетов, по 100 билетов. Друзья, я бы с удовольствием, если бы была такая возможность. Пока такой возможности нет, поэтому как-то так. Все для вашего контента. Стараюсь, как говорится. Прожмите лайк под данным видео и подпишитесь на канал. Давайте будем начинать. Итак, вытираем первую лотерейку. И что у нас здесь? По горизонтали разнобойчик. Так, и я так понимаю, тут в разнобой пойдет и по вертикали, и по диагонали. Вот если бы здесь семерочка была, две семерки. По горизонтали не совпало ничего. По вертикали та же самая история. Ну, соответственно, по диагонали. Билет без выигрыша. Вытираем далее. Вишенка, семерка. Такая лотерея, вы знаете, она может как бы дать и пролет, а может и выигрыш дать. Вот, например, сегодня, опять же, вот видите, какой-то, скажем так, я так понимаю, не мой день в эту лотерею. Почему-то мне так кажется, несмотря на то, что еще последний билет не вытер. Ну и тем не менее, по горизонтали все чисто. По диагонали также все чисто. Опять же, третьего колокольчика не хватает. И по вертикали также все чисто. Билет без выигрыша. Итак, последний билет, который нам дает очень много мусора здесь. Давайте вот так будем вытирать по вертикали. Возможно, сейчас что-то тут проявится интересное у нас. Так. Ага, ну тут хотя бы три вишенки совпало. 50 рублей выиграл. Ну, вернее, как не выиграл, а свое вернул, скажем так, за билетик. В ноль вышел. Вот 50 рублей. Билет 50 рублей стоит. Ну, на сегодня у нас выигрыш такой, друзья. 50 рублей выигрыш и в минус 100. Вот как-то так бывает, друзья. Давайте поддержим лайком данное видео и подпиской на канал. Смотрите видео на канале Технобар Плюс с применением VPN-сервиса. Я, как обычно, всем желаю удачи. Всех обнял.